Лёша, да сыграй, Лёша, на середине неба сыграй. Это мной припевал, испытай голосок вот так. Ой, подружка ты моя, Ксюша, ты припой еще разок. Я люблю, ты припеваешь, у тебя звонкий голосок. От заречка лесок, да он и берег, высок. Ёлочки разборчивые, ребята разговорчивые. А ёлочки разборчивые, ребята разговорчивые. Ой, подружка моя Нина, не вернётся пора. А вот подружка ты моя Нина, не вернётся пора. А тебя Коля, меня Ваня не проводит у двора. Ой, ладно, Ваня, пойду. А тебя Коля, да меня Ваня не проводит у двора. Ой, какая я была в любовь торопливая. А вот какая бы я была в любови торопливая. Я не подумала, сказала, дорчила милый мой. А не подумала, сказала, огорчила милый мой. Лазарев, с тобой пройдемся, звонким голосом зальемся. Юрка! С тобой пройдемся, звонким голосом зальемся. На гармошку я падаю, пострадаю до рассвета. На гармошку я падаю, пострадаю до рассвета. Ох, как! Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества! Хорошей, доброй русской песни, баяна, гармонии. В эфире очередная передача «В гостях у Митрофановны». Доброе утро, дорогие друзья. И вы видите, сегодня вот у нас такая песня прозвучала, и вы уже догадались, что у нас в гостях сегодня у Митрофановны наши давнишние друзья, очень хорошие ребята. Они приехали из Самары, с Волги, и мы рады их здесь видеть. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Это народный ансамбль «Калина», художественный руководитель Алексей Кондрашин. Он сейчас немножко расскажет об ансамбле, об участниках, как появился ансамбль. Леша, несколько слов. Ну, если кратко, появился ансамбль давно, уже 15 лет назад, в 2003 году. Вот. Сейчас вы видите состав, это уже, наверное, четвертый или пятый состав. Ну, такой минимизировался у нас ансамбль в трио, да? Ребята, я так понимаю, выездной состав. Выездной, да, да, мобильный состав, да. Вот таким составом уже последний год работаем. Хотя история коллектива, она вообще длинная, да, и мы начинали с одного творчества. Пришли сейчас вот к такой, можно сказать, к акустической, живой. Больше востребованность смотрим на это есть. То есть под гармонь, под баян. Вот. И вот так мы в течение года уже вот таким составом поем. Представь уже нас. Да. И вот кто у нас поет в составе? Это две прекрасных девушки. Наша сопранка Оксана Салтанова. Сопранка-оксанка. И наша низкая альтушечка такая, Нина Кондрашина. Нина Калина. По совместительству моя супруга. По совместительству. На первом месте работа. Ну и я, как бы, верный такой, как сказать, у ворот стою. На страже руководителя. Да. Вы знаете, вот ваш коллектив наши зрители очень хорошо знают. Зритель, это я говорю прежде всего о Челябинской области. Но настолько знают, что поют ваши песни, любят, вот, следят за всем, что происходит в интернете. Ждут в гости, по телевидению. Поэтому сегодня вы просто желанные гости. Спасибо. Конечно. И они ждут от вас песен и хорошего настроения, потому что наша передача только для этого, для хорошего настроения, для популяризации лучшей
популяризации песни народной. Тогда надо петь. Споем? Наверное, давайте, давайте, попоем. Ну, коли мы уже представили, мы с Самара, да, мы с Волги. Самара. И песня будет под названием таким «Волжаночка». Это про нас, да. Волжаночки. Я иду по зыке трогаю на обрывистый утес. Вот я девчоночка не робкая, я волжаночка всерьез. Не ходите, парни ладные, не глядите вслед за мной. Не для вас сейчас нарядная, не для вас платочек мой. Не для вас сейчас нарядная, платочек мой. Я его узором вышила по сибирским вензелем. Ох, я подарю сегодня Мише я сын признание свое. Повстречаю под разливами я меленка своего. Ах, какая я счастливая, что влюбилась в него. Ах, какая я счастливая, счастливая, что влюбилась в него. Вот такая задорная песня у вас. И вот она непростая, ведь сложная эта вещь. Там размер меняется постоянно. Вот вы в свой репертуар где берете вот такие вещи, которые, ну, скажем так, не на слуху, которые вот редкие вот экземпляры? Эту песню никто и не слышал. Да, сейчас, на самом деле, это была дебютная песенка. Мы специально вот ее подготовили. Это премьера песни была. Премьера. Да, вообще, где мы берем песни, да? Песни мы, во-первых, основной пласт мы записываем в экспедициях наших песен, да. Дальше вторая часть — это авторские песни. Стараемся находить авторские, такие не замыленные, да, вот. Вы сотрудничаете, да, у вас уже. Бывает и в пластинках роемся. Стареньких пластинок. А вот эта песня, это написано моим папой. Вот это. И вы знаете, вот как вот нам часто подходят, спрашивают, а пишете ли вы песни? Не знаю, вот у нас часто, вот, ну, может, семейное такое. Я вот пробовал музыку писать, и мне всегда кажется, что это такая мелодия уже есть. Да. Самокритично отношусь. И также папа. Ну вот написал мне как-то, он ее показал. Да, по-моему, на что-то похоже она, да? Не, ну, я говорю, ну какая-то она свеженькая, необычная. Она столько лет лежала просто в нотах. Аж листок желтый стал. Классная песня. Это вот очень с Поволжья вот чувствуется, это вот ваше. Угу. Вообще Поволжье — это очень богатый талантами край, песенный абсолютно, это точно. Вот, наверное, там гармонистов. Или это природа вот создала такой. Вот ты говоришь, папа, а вот если говорить о семье. Папа имеет отношение к музыке, ну, да? Ну, я, да, можно сказать, потомственный музыкант. У меня и мама, и папа музыканты. Мама аккордеонистка, папа баянист тоже, и руководителем оркестра был. Вот, и мне как-то, наверное, уже передалось это. Любовь. Я же с детства на всех репетициях с родителями сидел. Ну да. Дорога, значит, была одна, уже ты на другом ни о чем ну, не думал. Было в жизни, конечно, отхождения от этой дороги были. Перед дорогой долго рассказывать. Но, тем не менее, музыка опять к себе вернула. Это вот. Судьба. Это Нина, судьба, ты да. Какое отношение имеешь к музыке вот, в плане... Ну, я, конечно, не потомственная. Так. Родители не имеют отношения к музыке. Ну, мама у меня пела в самодеятельном народном хоре. Я думаю, все-таки, наверное, у меня немножечко от мамы передалось. Да. А так нет, музыкантов в семье нет. Не знаю, зачем запела. Вот ты школу заканчивала, уже знала, что ты пойдешь в музыкальное училище или в институт? Музыкальную школу пошла, да, вообще заканчивала баян. Так. Не думала, что буду петь. Но после того, как закончила уже училище музыкальное, сказала, все, баян, все, в сторону пошла петь я. Ну вот. Оксаночка, тоже с молоком матери? Вот, нет, у меня тоже, вот как у Нины, нету потомственной вот этой вот, да. Ну, как мне рассказывали, я уже бабушку свою, ну как, 4 годика только, как,
застала, помню. Да, помню. Вот, и вроде как говорили то, что она пела, и голоса вот прям как у меня такой же, как у нее. То есть вот от бабушки передалось. А нет. Так вот мама, папа у меня тоже. Ну так, за столом поем. Да, за столом поем, а так, чтобы вот... Вот и мы сегодня тоже за столом. Сам Бог велел петь что-нибудь. Давайте споем. Да, у нас вот с приходом вот Оксаны в коллектив у нас много лирики появилось в репертуаре. Да, и люди вот нам пишут, просят таких душевных побольше песен петь. Ну и вот такую мы недавно опять песню выучили. Снова дебют для вашей программы. Интересно. Называется песня «Перепелка». Какая замечательная песня. Вот про перепелку много песен в народе. И у нас на Урале тоже очень похожая песня. Но вот мне очень понравилось. Это неожиданная аранжировка, неожиданное звучание. Вообще здорово, да? Трогает. Ребята к нам пришли. У них с собой очень большое количество инструментов. И вот рядом сейчас стоит саратовская гармошечка. Она уже у нас в студии была. Геннадий Григорьевич Ганюшкин с Тольятти приезжал с такой гармошкой. У него, правда, она постарше. Вот Леша сейчас берет тоже такой уникальный инструмент с колокольчиком.
И вот, конечно, мы хотели бы, чтобы ты, Леша, несколько слов рассказал вот об этом инструменте и как она появилась, что, как вы его используете. Ну и, конечно, что-нибудь продемонстрировать, спеть, что-нибудь под такую гармошечку. Ну, я всегда говорю, мы ребята с Волги, и волжский колорит свой мы стараемся отражать в песнях, да? Ну, естественно, Саратов от нас недалеко, Самара рядом. Да, и в Волжском государственном хоре используют саратовские гармошки, и написано много песен по-саратовски. Как она у нас появилась? Сначала на гармошке я играл инструментальный номер. Uh-huh. И опять-таки, вот когда мы приобрели вот этот инструмент по тональности, нужен уже для нас, мы сделали припевки Самарской области, Ванечка Небаловой. Да. И вот сейчас хотели бы... С удовольствием послушать. Лешенька Небаловой. Ребята, ну как вам у нас в Челябинске? Вы второй раз у нас в гостях. Нравится. Нравится нам у вас. Гостеприимный Челябинск. Да. Говорят, суровый. Неправда. Труд. Сюда ехать хочется снова и снова. А зритель тут какой? Да. Какие люди душевные. Мы ждем вас каждый день. Каждый день. А мы-то как вас ждем? Давайте. Мы не считали за этой поездки. Спасибо большое за такие добрые слова. Ну и теперь, наверное, споем, да? Да. Часто нас просят, вот припевки есть у нас с таким необычным названием «Шары-яры». Ага. Если есть желание сейчас, телезрители, можно встать и поплясать вместе с нами. А мы споем. Oh!
еще поиграть хочется. Вот такой вот яркий. Я не усидел на месте. Коллектив. Все-таки вот уж если не списать, то хоть поиграть вместе. Вот нам с тобой повезло вместе с нашим телезрителем сидеть вот здесь вот за этим столом. Чаечек у нас, я думаю, что и у вас тоже там все хорошо и вкусно, и пахнет свежей заварочкой. Настроение хорошее. Дорогие друзья, и мы, конечно, взяли с ребят обещание, что этой программой не ограничится, что мы их не отпустим из Челябинска, что мы снимем еще одну программу, а поэтому пишите нам письма. Адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции, 4, программа «В гостях у Митрофановны». Было, ушел под вечер милый, я калитку отворила, а черемуха цвела. Ветром думала, это клонится, что задумано, то исполнится. А черемуха, а черемуха, а черемуха цвела. До рассвета мы, братили, всю округу исходили, о погоде говорили, о черемуха цвела. Ветром дуло, ветка клонится, что задумано, то исполнится. О черемуха, о черемуха, о черемуха цвела. Лишь когда рассвет занялся, он любви своей признался и ответа дождался, а черемуха цвела. Ветром дунуло, это клонится, что задумано, то исполнится. А черемуха, а черемуха, а черемуха цвела. Но напрасно я молчала, чтоб сказал он все сначала, и сказал он все сначала. А черемуха цвела. Ветром дунуло, это клонится, что задумано, то исполнится. А черемуха, а черемуха, а черемуха цвела. Ветром дунуло, это клонится, что задумано, то исполнится. А черемуха, а черемуха, а черемуха цвела. А черемуха. Ла-л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 а